О-о-о! Шилопопство! Привет! Шилопопство! Приветики! А чем ты? Ручки, да? Скажи, да, ручки. Хочу на ручки. Привет! Хочу на ручки. Да? Ты маленькая. И ручки, и ножки у нее. Ручки. Скажи, захотелось нежности? Да, ребенку захотелось нежности. Да, маленькая девочка такая. Такая девочка. Тебе можно тебя погладить? Муравьи. Муравьев ловит, что ли? Люся, а ты что, муравьев ешь? Вон, Люся, вот тут. Показала еще и муравьев. Вкусненько? Да? Кисленько. А что, ты никогда палочку в муравейник не засовывала? Нет, у нас не было муравейников. Кислые жопки муравьев не ела. Я не хочу об этом говорить. Ай, какое у тебя было скучное детство. Ручки, покажи. Тихо. Школьница. Давай без этих. Массажик без давай. Без эмоций. Не, она сейчас разыгрывается. Ты видишь это? О, вот бы вас, Анастасия, туда, в вольер. Я знаю, меня обезьяны любят кусать. Надо меня в вольер. Один, два, да. Три. Успокаиваемся. Считаем до 10. Да. И что потом это? Обратно. А, Люся, ты где там спряталась? Муравьёва на там ищет. Люся, смотри. Уполз. Люся, иди сюда. Вот тут они. И я Сонечка там что-то ищет. Ну, у тебя что, муравьи есть? На участке знаешь, сколько муравьев? Ловушку ему строишь. Муравейников. Тила купа. Ух, кто вы? Женщина, кто вы? Ага. Пошла светить своей попой. Люся. Мои муравьи никому не отдам. Вот тут все. Они гуляют. Пошла дефилировать. Ой. Что-то там она рвет. Каждое свое занятие, смотри. Соня там что-то вот это вот. Занялась делом. Да. У нее свои раскопки. Улитов каких-то. Люся тут. Люся финики подбирает. Норм пойдет? Распирается, да. Пойдет. Ну да. Да, чем бы таким заняться, да? Чтобы поесть. Люблю повеселиться. Вот перебираете вы едой, конечно. Балованный? Да. Чтоб я так много забирала почесаться. А где мои 15 лет?